У существа мощные когти и клыки из огрубелой неопознанной ткани. Два резца сильно деформированы и обесцвечены. Выглядит инородно. Окружающее существо мембрана берет начало у него во рту. Кровь ни на что не похожа. Теперь посмотрю на жидкости под ультрафиолетом. Но он же боится этого самого, правильно? Колчик, это вы? Света. Нет, это не Колчик. Итак, всем привет, меня зовут Денис, вы на канале Freddy's Play. Сегодня мы продолжаем играть в игру под названием House Ashes. Почему у меня не было видоса в понедельник? Потому что произошел конфуз. У меня комп сказал «Arrivederci». Ну, точнее не комп, тьфу-тьфу, комп нельзя, постучим. Винда. По моей маленькой причине, по моей... Не то чтобы... Ну да, все-таки мой косяк был. Ставил диск с виндой проверить человеку. И случайно нажал. И она начала устанавливаться. Потом, когда я, естественно, прервал и отменил, у меня появился такой интересный папка. Я эту интересную папку удалил. И все. При перезагрузке у меня комп не запустился. Так что не повторяйте моих ошибок. Итак, что мы там нашли? Что мы там интересно нашли? Ну, я имею в виду в игре. Там тоже все отошло. Тема с компом. Проехали. Бабу мы нашли, то, что она упала вниз. И нашли еще помощницу вот этого генерала, чем майора. Я уже забыл, кто он. И они, короче, свалили от чудовища. Это повезло, конечно. А это все-таки исследует этого типа. Взял, спалил. Что за человек? Да не туши, пусть горит уже. По крайней мере, есть хоть против них это самое. Что кинется, что можно их повалить? Кто это? Что за... Я думаю, не встанет, не хрусти. Че хрустишь? Табурет. Ох, и табурет. Надо смазать чем-то его. Так, не хрустишь ты. Подожди, он не работает? Просто течет с него этот самый... Топливо. Вроде ведет наружу. И при этом все равно есть электричество. Мы сможем подключить радио и послать соц. Попробуем. Кайф. Шансов мало. Мы даже не знаем, есть ли наверху работающий передатчик. Но куда-то же эти провода идут? Ну, чмехай, чмехай. Думаешь, пашут? Ну, похоже, просто зацепились. Это что, что-то еще? Еба. Это этот самый. Вампир, че не вампир? Зомби, зомби. Зомби апокалипсис. Нихера себе, он представляет. Он притворяется. Притворяется, блядь. Ебать. Ох и сказал. Он превращается. Притворяется. Да скинь его нахер. О, видишь, как пригодилось. Эх, если б не взял бы. Сердечко. Не попал? Боже мой. О, вот эта тема. Ох, если бы я не взял ту палку. Походу он там был не один. Их там походу до хера. Еба, это логово ихнее. Они сейчас как попрут оттуда. А, это вот они внизу, правильно? А сколько фунтов? Ну, а где? А что не показали? Опасно. Да ладно. Че, реально? Я думал, тут прогулка. Здесь опасно.
Я-то думал, тут все нормально. Это не кровь, томатный сок. Охренеть, Джои упал туда, где ку-ку. Их просто тьма. Ладно, пошли. Че не показали, сколько фунтов? Рюкзак? Не знала, что ты... Дерусь? Да, я тоже. Что это было? Не знаю. Но оно здесь не одно. Вампир. Где ты была? В жопе. Одна из этих тварей схватила меня и притащила сюда. Умереть. Блядь. И это не еще мягко сказано. Меня спасло чудо. Ты с ученым говоришь. Чудес не бывает. Лучше скажи спасибо за помощь. Я тебе благодарна, мне нужна помощь. Я тебе благодарна. Аптеку, ладно. Я благодарна. Спасибо. Семперфай. О, надо выбраться. Началось Семперфай. Фай Семпер. Здесь ты пряталась? Оружие есть? Да. А, я не мешаю? Мне нужны батарейки для фонаря. Могла бы и спросить, что не пришло в голову. Ты тоже укусанная? О, она... Сильно болит. Да. Она упала. Сильно. Можешь не дергаться. Она превратится? Не пойму. Я тебе рада. А, ну, пожалуй, я тебе тоже. Давай, по деснам. Все пошло наверняка. Здесь кто-то еще был. Это какой-то знак. Я видела такое в домах пастухов. Они явно давно живут в этой долине. Чё ты? Что такое? Тебя укусили? Но нам не по зубам. Её укусили. Не влезем. Зацепиться не за что. Найдем способ. Как знала, что ты так скажешь. Я ходила на альпинизм. Я нас вытащу. Да-да, ходила на альпинизм. Альпинизм. Не поймаю, сказала зацепиться не за что, и в итоге полезли. Сейчас хватит. Не хватит. Я думал, будет этот... птичка. Наоборот, нога. Теперь она укусана. Здесь что-то произойдет. Ты как? Сейчас. Минуту. Ладно, не умрем. Это не точно. Как знать? Ох, ну и вид у тебя. Вот спасибо, Рэйчел. Не думала мотивационные лекции вести. Серьезно, все хорошо? Отлично. Только тупее вопросы я в своей жизни не слышала. Толкни ее. Толкай. Что, решила устроить мне бойкот? Да ей пердец, я тебе говорю. Надо думать. Ладно, надо думать о выживании. Сейчас просто лучше сосредоточиться на выживании. Да. Понятно, почему тебя зовут Альфа с сукой. Тьфу, а главное, ты даже не видишь. Чего не вижу? Ты от всех закрыта. Вокруг тебя каменная стена. Нет, даже не стена, гора. Скажи, Рэйчел, за ней хоть есть кто-то живой? Ты охренела? Надо идти дальше. Ты как? Раздуплил ее, походу, по полной. Что-то она вообще обалдела. Ля, ты посмотри, я плющут. А ты жесткая тетка. Думаю, еще немного, и ты начнешь мне нравиться. Бляха.
Лариса? Что с тобой сделали? Рэйчел! Не бросай меня здесь одну! Ужас, не приближайся. Все хорошо рядом. Да не в пизду. Нет, не подходи ближе. Что со мной такое? Вот именно. Останься со мной. Да иди ты нахер. Ничего не обещаю, я тебя не оставлю. Ничего не обещаю. Ничего не обещаю. Слушай. С тобой что-то происходит. Да явно. Что с тобой сделали? Что-то пиханули её. Уходи. Ты дальше стояла. Наверху есть лекарства. Ты дальше стояла. Отойди от неё. Ты не понял. Я ж вроде отстранялся от неё. Нахер ты к ней подошла? Мой выбор что, не решает ничего, я не пойму. Ну что это только что было? Дай мне руку. Я вообще ее оставить хотел там внизу. Ну как это объяснить, пожалуйста? Тут нет шансов. Не время сдаваться. А что так тихо стало, не понял. То громче было, то тихо. Нужно перемахнуть. Веревка порвется. Стой! Ты правда веришь, что лекарства помогут? Сомнения. Мы слишком мало о них знаем. Не надо, Рэйчел. Мне-то не гони. Шансов мало. Прыгай вниз головой. От правды не легче. Если вдруг я превращусь... Что-то тут не то. Просто убей меня. Хорошо, обещаю. Превратишься. И будешь уже не ты. Прыгай вниз головой. Чего париться, ебт? Сейчас, походу, это прыгнет, а это схватит. Еба, еле успел, нихера себе. Черт. Все окей? Да, но... Не бросай. Ты даже если бросишь, все на упадет. Не, ну давай. Как бы даже если захочешь, она упадет. Она сорвется. Может, лучше не стоит. В смысле? Давай уже. Я не смогу. Правильно. Ты справишься. Прощай. Прощай, Клариса. Прыгай вниз. Ну прыгни. Прыгни вниз головой. Ага, оп, опять курс изменил. Да что ж такое? Да получается, они забирают свою жертву. Не убивая, тянут ее вниз. О, толпень. И превращают ее в себе подобных. Чё так громко, алё, вы чё? Охренеть, у меня аж мурашки побежали по коже. Наслышан. Похоже, им там намного веселее, чем нам. В чём прикол? Пока развлекаются без нас, я спокоен. На камерах внутри ничего. Прием. Я не понимаю, в чём прикол. Этих звуков таких громких. Ничего не изменял. Аж смотреть. Давай смотрим. О, это табличка была. Зашибись. Это походу где-то внизу вальнут его.
свету включим, давай. Тут темно. Блин, вот это размытие так не нравится. О, это ж этот. Мы же должны были передать. А чё не это? Так, а как передать туда что-нибудь? Какое-нибудь послание. Кружка. Бери. Умные черти. Тут ложное место раскопок для грабителей. Знали, что здесь их ждет нечто особенное. Хера себе особенное он там. Пока чисто. Орут. Если полезут, то я думаю, что, скорее всего, из разлома. Если? Приступ оптимизма, лейтенант? Мы ничего не знаем о нашем противнике. Да там, походу, зомби. И мы прямо посреди его территории. Хреново дело. Не знаю, как надолго их задержат эти двери. Радио наш шанс. Сейчас починим, позовем подмогу. Сравняем счет. Да, конечно. Если тут и есть передатчик, диапазон ограничен. Черт. Если бы Эрик вызвал поддержку с воздуха, они бы поймали сигнал. Да. Начальство только обсираться умеет. Как я-то тупанул. Видишь, надо было все-таки поддержку с воздуха брать. Ой, вот не зря там было это самое изменение курса. Давай, пиу. Не, не стреляет, ну ладно. А быстрее идти можешь, нет? Опа, картинка. Берем. И переворачиваем. И хер там. А не. 30 декабря. Состояние Мэри ухудшается. Этим вечером я очнулся от изможденного оцепенения. И обнаружил, что леди Брэдшоу снова мучает мою жену своими чертовыми вопросами. Мэри что-то пробормотала о крылатых демонах. Тогда глаза Брэдшоу загорелись, и она спросила Мэри, ощущает ли она их прямо сейчас. Охваченная делирием, моя жена бросилась на Брэдшоу и впилась ногтями ей в грудь. Брэдшоу поспешила удалиться, и спустя некоторое время мне удалось успокоить Мэри. Мэри тоже перевоплотилась. Так, тут ничего нет, пошли дальше. А я там все посмотрел? Да вроде все, больше ничего не было. Так, табличку нам прям в нос уперли, чтобы мы увидели. Там мы были, тут мы не были. Опа! Это какой-то этот записник. Богохульство не стоит наказан. Че? Библия, что ли? И об их находках никто не узнал. Они так и остались под землей. Записник. Археологов, которые обосрались тут, которые сейчас там нарут. А чё ты, ну повернись направо, ля, слышь, не поворачивается. О, опа, еще одна находка. Номер какой? R73 73. Давай. О, так сакира какая, да? Вампиры. Я так и знал. Это пиздец. Извините, он сакира, видишь? На Шакира идет. Вампиры, ёпты. А что ультрафиолет? Нормально шняга. А что это такое? Два темп, три темп. Температура 38, один повышена по 32 миллиметра.
Копия раствора, температура 38,2, пульс 152. Ого! 152 пульс. Пациент синий, 11.09.38.3. Повышенная потливость. Подотделение. Ладно. Желтушность. Опа-на. Бредит. А раньше не могли это написать, нет? Вернее, показать. Приходит в себя, кричит. Во тьме. Чудовище. Во тьме. Лихорадка. Желтушная 38 пульс. По прежнему части около 150 спит. Второй день после контакта с созданием. Получается 2 дня и тю-тю. Опять Сагира. Если тебя укусили. И укусили, правильно я так понимаю? Поцарапать не. А вот именно должны укусить. Это же вампир. Ну по идее. А куда мне идти? А, мне туда надо идти. Там закрыто. Получается, если, короче, укусили. Ну, сутки. И на второй день ты уже тут. Как вот тот бегает. Чудо. Ну, а что она не отображается, не понял. Он жарил починить, во. Мне нужна помощь, чтобы его наладить. Чего такие тихие? Вы были громче. Либо сейчас палишь все. Похоже, это саботаж. Зачем им это? Какая теперь разница? Увидите, что отступайте. Там безопасней. Угу. Супер. Молодцом, сержант. Бля, Рэйчел выйдет, тебе будет и ку-ку. Да ты даже... Зажигалку потерял. Эти штуки тебя убьют. Курение сейчас не главная угроза моей жизни. Бля, куда я зажигалку дел? Чего? Ничего. Своим курением. Немец, что ли? Это побочный сигнал. Даже без передатчика радио ловит всякую хрень. Просто помехи. Почини передатчик. Гитлер, если блин. Наладим сигнал и свяжемся с ЦКВС, будем на шаг ближе к дому. Ну, не знаю. Я не техник. Вот был бы Мёрвин, он бы смог. Ясен хер. Что поделать? Ха-ха. Ты ж придушил его. Ты ж не я его придушил. Я не хотел. Вы все равно потянули вы. О, Салим этот может. Так. Салим. Аманта. How much are you being? Кто близко? Если вы убьете троих, это... Какие нахер шопы враги, ты идиот? О, да, демоны наши враги. Интеркенент Исмани, Аргук Исмани, это Лун Американ. Он что, не видел ни разу? Исмани, она шофт рул бена ядул, у этот уан. Эхрас, вымши ворая. Инте самани халис. Ла, инте самани дурати. Я эмма тимши ворая, я эмма халик хена ватафен. Ихтар. الله يلعنك وحيد لنفسك انا حاعد هنا правильно пошёл ты нахер козлина он сейчас поломает радио ах ты сука Салим надо было его пристрелить да и всё заткни его
Вот почему они его разбили. Почини уже передатчик! Мне нужно время! Полковник, вернитесь в храм! Я остаюсь. Следите по камерам, чтобы нас не обошли. Я справлюсь. Лейтенант, я... Справлюсь, говорю! Ну! Блин, а там же этот генерал, сука. Что, полетели, да? Бля. Ну ёпты. Всё, пердец. Да потише, чё ты орёшь? И так стрельба слышно, мама, не горюй. А в чем смысл? Не легче пристрелить полковника? Еще должен перезарядиться. Обойдем его. От него иначе не избавиться. Он должен перезаряжаться вообще-то. Прикрой! Что, он не перезаряжается, да? Ядрить стреляет метко. Я что, я четко попадал. Вот перезарядка, побежал. Бляха. Обходи! Оп, сейчас поползут пирожки. Воу, это было неожиданно. Если честно. Засмотрелся, задумался. Не могу прицелиться. И шо? А пистолет взять, не? Ну, гаси. Привет, зайчик. Четко в башку. Че за херня? Я четко в башку попадал ему. Ой. Салам, ляпни его по башке уже. Но, ну конечно. Продвигаемся в храм! Вперед! Зашибись, передатчик, тю-тю. Ничего не сделали. Закройте дверь. Навались давай! Скорей! Я не вижу иракцев. Там сидят, если не тупые. Сейчас здесь будет жарко. Стой! Опа! Рэйчел? Рэйчел? Охренеть, да ладно. А я думал, ты не отсюда вылезешь. Ты жива? Не веришь, солдат? Зря, очень даже зря. О, там был... Секундочку. А разве вначале был этот самый? Где Эрик? Кусок этот, брусочек. Рэйч. Эрик. Надо, чтобы и этот самый. Я держал изо всех сил, но... И капитан обнял ее, чтобы не было никаких... Порвалась. Я не резал ее, правда? Ну да. Ладно, любовь. Я знаю. Я знаю, любимый мой. Ням-ням-ням-ням-ням. Кусь-кусь-кусь. Ням-ням-ням. Без обид. Это ведь он? Бля, надо было... Ты не самый умный парень, Ник, но даже ты понимаешь, о чем я.
Ты с ним трахаешься, да? Ой, блядь, надо было другое выбрать, да? Чё, это все? Хватит! Я знаю, это он, Рэйч. Знаю. Лучше остынь, пока я сдачи не дал. Что-то плевать какое-то. Мне, что ты полковник. Нет, Ник. Ой, бля, пиздец, что делать, на? Мрачность, сочувствие. Я хотел тебя дождаться. Я пыталась ждать, Эрик. Правда, мне жаль. Всегда верны. Ты выдержал, а я нет. Рад тебя видеть. Думал, ты мертва. Кто еще выбрался? Все. Мало кто. Мёрвин мертв. Эти твари достали Джоуи. Кларису. Джоуи превратился. Что такое? Не видела, эти твари изменили её. Кларису заразили. Эти монстры как-то попали внутрь нее. Я не могла рисковать. Пришлось ее оставить. То есть Клариса все еще где-то там? Это уже не Клариса. Она обратилась у меня на глазах. Верю. Да трындёж. Джоуи то же самое. Не, ну хотя она почти... Она почти обратилась. Пушка? Дайте хоть что-нибудь, во. Каждый выстрел на счету. Так! Отступаем к храму! Храм, не к храму, а к херам. Отступаем к храму. Отступаем к херам. Пух-пух, пах-пах, все, сдох. Отлично. Мало того, что. Нам нужен генератор! Без него ослепнем! Это черт, сука, поломался. Нельзя пропустить! О, понеслась. Они уже внутри. Значит, больше не впускай. Даже по приглашению. А закрыть чем? А, там есть бревно. О. Ворота! Я займусь генератором. Вот трупик валяется. Будто тех мало. Баба. Здесь заминировано? Недостаточно. Да чё ты разглядываешь? Оно тебе впало, ёпты. Что такое? О, начинается веселуха. Перемещение. Такое уже было. Это походу конец. Срочно врубить генератор, иначе жопа! Но, суки лезут внутрь! Не выдержит! О-о-о-о-о! Это наш дом! Фонариком! Поняли? Фонариком! Фонариком, блин! Подсвети фонариком! Передвигай. О, молодец, красава. Это все, что вы можете? А чё? Что ты делаешь? Прорвались. Эти твари еще хуже крыс. Начинается опять перемещение. Я думал, будет до этого Ника. Вот этого я... Да ты издеваешься! Так как бы даже если я что-то сделал, все равно бы оторвалось. Пулемет. Думаю, самое время сваливать. Возражений нет? Подожди, так я вроде нажал. Я успел там нажать. Я думал, много раз было, я много раз нажал. Наверное, не на ту. Если есть идеи, так давай, делись! Давай, давай! Должно быть что-то! Стоп! Да!
Бежим в катакомбы! Ну, надо идти вниз! Туалет. Вниз? Вообще-то выход в другую сторону. Либо туда, либо все умрем здесь. К восточным воротам! Да, ну нахер. Они взяли, да, этот ультрафиолет? Выстрелить. Нахер, сука. Постреляю всех к кипине матери, блядь. Давай. Шикарно. Хер перезарядишь, да? Ну давай, блин. Другое дело. Хуяри, блядь, детка. Ой, хорош. Ой, ух, хорош. Вот это я понимаю. Тема. Нихера себе. По крайней мере, она их задержит. Ача-ча-ча, тихонько она. Без резких движений, пожалуйста. Вылетим нахер, суки. О, пизжох. Они, между прочим, огня боятся. Ох, ядрить, смотри. Да, они огня боятся. А где Рэйчел? А есть же этот самый, бомба вот эта. У него же заряженные они. Выжигательные, которые. Как он все может светиться, если генератор сдох? Ох. Стой, там же заминировано где-то. Еба. Пушки, воробушки. Чё-то я Рэйчел не видел, как она бежала. Что у нас там по времени? Ага, еще есть время. Тихо. Их слышно? А мы где? Мы внизу? Взрыв нас отрезал. Идем дальше. Не, не внизу. Или внизу? А тут зомби, да? Как ты тут, сука, оказался, блин? А, тут еще один генератор. Блять, ты заебал из них. Ну, привет. Мой друг недоволен. И я заметил. Что там было? Твой друг какой-то слишком нервный. Прям бесит меня. Если ты опустишь оружие, это может его успокоить. О, она знает их язык. Ага. Ну давай, рискни, блядь. Мы могли бы стать близкими друзьями, если бы на секунду забыли, форму какой страны одеты. Та-да. Молчать! Предлагаю просто захуярить этих уродов. Что скажете, сэр? Теперь хоть не в спину стрелять будешь. Решайте, сэр. Связать их. Они могут помочь нам отвлечь этих ребяток, ребятушечек. Нам нужна их помощь. Они помогут нам. Это враги, Ники. Они реально могут помочь. Я не верю никому из вас. Ну, им поверь. Салим, да ты охерел, Салим? Это они. Надо открыть эту дверь. Чего вы стоите? Ну! Даже не думай. Блядь, Джейсон, враг нашего врага, друг. Вперед, ну давай. Давай, кнопочка, где ты?
Черт! К ним! Я прикрою! Такое ощущение, как будто они просто обняли дверь. Ну, облокотились на нее. Они толкают. У меня там ноги будет это самое уже. Скородились бы как-нибудь. Буксовал бы на месте. А они просто оперлись на нее, да и все. Па, неужели нельзя просто выжить вместе и все, и уйти? И разойтись. Ой-ой-ой. Это храм. Зал этот. Ой, бля. Зашибись. Ого, копье. Честное слово, это худшее место во всем мире. Ну еще и большое. Зашибись. Это пердец. Это просто пердец. Откуда вас столько тут? Тихо-тихо, такого не было. Эй-эй-эй. Такого не было. Карина, Карина, как-то там ее. На каблуках мне или мне показалось? Да, лучше спина в спине. Чтоб не растягивали. По делам тебе. О, в сердце. Пульки летят, видел? А, не, не пульки. Ник. Прекрасно. Там какая-то баба. Включи свет. Не, не баба, мужик какой-то. Да ладно. Это что, генерал? Твою мать, это генерал. Ты прикинь. Винтовка. Распятие. Ой, не, подожди. Блядь, что я делаю? Какое нахер распятие, блин? Пиздец тебе, чувак. Лучше винтовку было бы. Да ясен хер, блядь. Что за распятие? Нахер мне распятие взял? До свидания, Ник. А та-та. Спаси Ника, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Ой, бля, распятие, сука. Какое нахер в жопу распятие, бля. Бля, пердец. Непонятно, не солим мы жопа, бля. Это, в принципе, не мой герой, так что мне не интересен. По крайней мере, вдвоем, не один. Тухани, тухани его. Не работает, да? Не работает. Вот это уже плохо. Блин, да что ж такое? Так а что Рэйчел будет рядом? Подожди, там же взяла это самое. Чувачка этого Эрика. Вали, вали, тут выстрелили хотя бы раз. Нет. Он спас тебя, ты охерел? Сука. Годится, падла.
сдохни, сука, тварь. Удолбала. И ты тоже откинься. Негодяй. Давай, побежал, побежал. Дёру, дёру, дёру нахер. Да отстань, слышишь ты, генерал. Не, ну нахер. Зашибись, отлично. Что теперь делать? Рэйчел! Нихера себе откинул. Ой, бля. Это пиздец. Хрен его знает, шо как, где тут шо работать. Они сейчас, походу, тут все сдохнут. А что, Ник, получается, откинули, да, Ника? Джейсона я вообще не видел, Эрик убежал. Рэйчел, блядь, сейчас перевоплотится. Этого, походу, они не захотели перевоплощать. Зашибись. Так, на этом мы сегодня закончим. Я, наверное, продолжу играть, конечно. Поворот, конечно, был вообще неуместен. Надо было все-таки его бросить и уйти Рэйчелом. Все. Эх, ладно. Что поделаешь. Кому сейчас легко. Рэйчел тоже будет тяжело. Итак, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставите лайки, делайте репосты. Чем больше людей смотрит, тем лучше для меня и для вас. Все, всем спасибо, всем пока.